А сейчас уже у времени Лошанова Евгения, город Зеленокумск, и Гургена Адиян. Ну, Евгений уже снимает экипировку. Гурген, ты готов? Что-то я не слышал, что у нас где-то здесь город Зеленокумск есть. По предыдущим стрелкам, я помню, всегда болели очень громко, а сейчас сюда слабо. Мы в Зеленокумске, в Гурге. Гурген Адиянс. Все, одевается болезнь. Ну, Гурген у нас впервые, а вот Евгений у нас уже 23-й раз, конечно, настоящий, да? Парни, ну, три раза выступает. Два боя, и Гурген тоже будет его. Да не болеет, все, не расскажет, его искать. И не только... Если ты его тоже, наверное, за него болеет. Да как вы вытащите, куда собрался? Ну что, следующий этап. Потому что у нас... Мы, наверное, тоже следующий раз поедем. Все, мы там зашли. Есть желающие выйти в ринг? Да, вот друг другом, к сожалению, не вариант. 70. Возьми мальчик. Ушел. Я поеду. Нет, убил, совсем убил пару килограмм. Дай капать. До 70. Усил 2 максимум. Есть только. Так, ну что, он, смотрю, вроде готов, получил напутствие. Без камы можем? Не распускай. Не зарубайся. Держи руки. Удар прошел. Удар прошел. Когда туда выйдешь, все понятно. Да не сможешь. Непривычно, да. Конечно, мы. По зубам не одел. Надо раньше. Чужой как так. Вот, второй боец. Штаны снимать, так. Итак, я напоминаю, за гиперлены только секунданты и бойцы. Прошу вас, дорогие друзья, дорогие зрители, зайдите за гиперлену. Подрежь, Подрежь.
На боль на ногу, на боль на перед ногу не давай большой ногу. Ну, пока у нас готовится боец. Небольшой такой форс-мажорчик у него получился. Медь территорию, медь, ходи, ходи, Полин, медь территорию. Вот получается, вот зеленокурс у нас получается. Медь говорит территорию. Интересно, не такая. Ну просто шагами он будет ее петь? Нет. А как? Может, папа поделишься секретом? Он сам поделится. А он не хочет делать. Это чтоб другие никто не слышал. Я скажу, смотри, смотри, какая там медаль, он тут спросил. Это твоя медаль висит, твоя. Нет, это не его, это пока моя медаль. Пока моя. Я ее, может, не отдам, еще я посмотрю. Пока подрезают, подстраивают под бойца. Следующая пара, вот этих ребят, Кубиев, Наврус и Зураб. Прошу прощения, фамилию тяжело разобрать. Машуков или Майя Шуков? Да? Машуков. Зураб. Ну, вот последний парень выходит, готовьтесь. Не может быть. Ну давай другого бойца. По-моему, так и не надо. Да, Ирина Шмидт. Ребята, убрал операцию, не забываем возвращаться. Обрезали, мы уже и так порезали, и так порезали. Он вставляет, его сразу снимает. Какое вещество? 80. Ну, может, кто есть? Есть желающий кто-нибудь 80 килограмм? 82. А, да, я понял. 80 килограмм, ребят, есть желающий? 78. Выкинь меня 82. Но он говорит, он тебя ушатает. Да, нет, так. Хочешь попробовать зимний вопрос? Ну, у нас немножко небольшая замена, у парня не то, что не получается с картой, но вместо него выйдет его друг. Давайте поддержим парней. Ну, это генеральные годы, да, то есть скоро сюрпризов. У нас всегда сюрпризы. Один за одним. Ну что, давайте поддержим того парня, который не смог. По небольшой такой причине выйти на ринг. Давайте поддержим вам бурными аплодисментами. Не, ну это не бурно, это так, как-то вяло все произошло. Ну, а вы нам все можем? Вот, вот, вот это уже другое дело. А вон все. Да, да, я же говорю, ну что-то все на морях, все отдыхают. Ну давайте вам с вами бесшумно расскажем о партнерах-спонсорах. У нас ребята получают на призы воду «Космос». Также победитель получает годовую скидку 50% на спортивное питание «Юспротеин». Помимо этого, наш постоянный партнер Чоп-Чоп. Ну, ребята, радуют нас всегда индивидуальными скидками, стрижка бороды, головы. Приходите к Рудинам, братья Рудинов из Трибут в Чоп-Чопе. Рудинов, братов, хэштег ставите, приходите в Чоп-Чоп. Также от Мотошколы Стрит, город Пятигорск, бойцы получат скидочку на обучение на категорию А. Готов! Готов! Руки держи. Руки держи. Собери руки. Левую руку не опускай. Иди вперед. Опускай руки. Руки так. Собери руки. Руки выше подними. Выше руки держи. Хорош. Давай, Женя! Выше руки выше. Не опускай руки. Подними. Руки подними. Итак, все-таки победил у нас Зеленокурс!
все-таки комендант. Давай, давай. Все, занимайтесь спортом. Ну вот, уже тогда идем. Водичка, Арсений Назианский, черная рамка. Скажи, Панасов, твои впечатления в тренинге? Когда ты придешь на следующий турнир? Постоянно. На следующем турнире, пожалуйста, записывайся на турнир. И будем тебе реванш. Ты лучше. Так, дорогие друзья, мы объявляем перерыв. 15 минут.